Михаил Прохоров посетил Красноярскую академию биатлона. На строительство спортивного комплекса ушло 4 года. Совсем скоро состоится открытие. Доволен ли президент Союза биатлонистов? И какие новшества ждут спортсменов в Красноярске, знает наш корреспондент. Биатлонисты смогут отрабатывать свои навыки со своих винтовок, с которых они будут бегать, упражняя стрельбой по обычным мишеням, с положения лежа и стоя. Оборудование по последнему слову техники, тренажерные и фитнес-залы – все это Академия биатлона. Особое внимание Михаила Прохорова привлек медико-психологический центр. Очень часто проблемы спортсмена лежат не в области спорта, а обычных простых болезней. Живот болит, там неправильное питание. Вот это является ключевой основой, что потом не работает вся программа. Здоровье – главное для спортсмена. Так что в академии ребята под врачебным наблюдением. И мы анализируем и смотрим, в чем есть причина, допустим, того, что он постоянно либо мажет, либо наоборот супер точно стреляет. В целом, высокопоставленные гости остались довольны новым спортивным комплексом, но постарались и улучшить условия подарками. Мы хотим сделать два важных подарка. Первый – это винтовки, оружие, которого здесь не хватает, о чем говорил тренер по стрельбе. И второе – это система тайминга. Академия биатлона – первый за Уралом спортивный комплекс такого уровня. Совсем скоро состоится долгожданное открытие. Кстати, тренироваться здесь смогут и паралимпийцы. Михаил Прохоров пожелал удачи всем. Молодежи желаю удачи, быть здоровыми и сильными, и ставить самые мощные задачи, и только побеждать.